Всем привет, это проект Татарстанда, и сегодня мы в Нижнекамске. Мы уже спрашивали местных жителей в Казани, в Челнах, что же их бесит. Мы узнали, что вам не очень нравится слово «бесит», поэтому мы его заменили и решили узнать, что же не нравится местным жителям в Нижнекамске. А вы публиковать будете? Да. Ну я уж тогда гадости говорить не буду. Но это не поменяет, это население. А менталитет? Да. Как вам сказать повежливее? Наверное... Это не невоспитанность, это просто менталитет такой. Mm-hmm. Это даже не российский менталитет, это какой-то нижнекамский менталитет. Очень плохо работает транспорт у нас. Невозможно уехать. Вся надежда на трамваи. Mm-hmm. Автобусы ходят. Уже третий год мы мучаемся. Иногда бывает грязно. Часто закрывают купательный центр. Какой купательный центр? Там. Пляж? Да. Минус у нас только транспорт, больше ничего. Да? Да, колею не убирают, не чистят. Здоровым. Обычно что дети маленько болеют. Угу. Взрослые же. Потом, что сказать, тоже. Экология самая, не нравится, и все. Остальное все нравится. Это единственный у нас недостаток, я считаю, особенно для пожилых людей. Вот это с воздухом связано. А так комфортный город у нас. Угу. Доступная среда у нас тоже не особо развита. Хотя вроде как бы пытались они сделать доступную среду для инвалидов. Это тоже не развито. Хотя вот ребенок у нас инвалид. Мы это хорошо понимаем и знаем хорошо эти проблемы. У нас молодежь тяжело, работу находит. Мало рабочих мест. Молодым людям, к сожалению, негде здесь себя реализовать, поэтому они уезжают в другие города. Мне нравится, что наши заводы многочисленные не выделяют деньги даже на элементарно на такие, как отлов бездомных собак, которые гуляют и кусают этих детей. А у нас меньше, например, говорят, извините, денег нет, но вы держитесь. Автобусы плохо ходят. Выходит как бы загрязнение в этот город. Дороги, да. Да? Не устраивает. Uh-huh. Хочу сказать, сама водитель, поэтому знаю, что во многих районах дороги не очень. Можно во дворах, по идее, сделать дороги получше. И, в общем, дороги нормальные, но вот во дворах только ненормальные. Вот чисто во дворах, только вот во дворах, если сделают дороги, то остальное вообще все нормально. Нету аквапарка там, например, чего-нибудь такого. Что вам нравится в вашем городе? Давайте поговорите с нами. Вы первые, кто нам отказали. Плохо, ну естественно, что наш город экологически очень грязный. Дороги плохие сейчас, вот видите, весной. Все, все как обычно для всех остальных городов. Люди неправильно как бы себя растят, воспитают. Кто кидает бутылки в нашу реку там. А минус – это дороги. И чистят очень плохо. Вот это вот минус. То есть на улице все мокро, грязно. Выбросы уж. Завод и, возможно, мало места, где можно потусоваться, так сходить куда-нибудь. Ну, минусы, возможно, экология, но зато это рабочие места.